Всех приветствую на своем канале. Сегодня приготовим свинину с грибами в сметано-чесночном соусе. Для этого приготовим все ингредиенты, которые указаны на экране. И первым делом мелко нашинкуем лук. Далее мелко нарезаем шампиньоны. Также за кадром я нарезала небольшими кусочками свинину. Берем сковородку, наливаем растительного масла и первым делом обжариваем лук. Далее к луку добавляю свинину. И шампиньоны. И все обжариваю до золотистой корочки. Аромат стоит невероятный, ну а мы пока приготовим соус. Для этого нам нужна столовая ложка муки, 3 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки сметаны. Далее натираем на мелкой терке, либо через чеснокодавку, чеснок. Также к соусу добавляем соль и перец. Добавляем немного теплой кипяченой воды, и наш соус готов. Хорошенько перемешиваем. Далее на мелкой терке натираем сыр. Перекладываем лук с грибами и свининой в чашу для запекания. Заливаем все это соусом и сверху посыпаем сыром.
и отправляем в духовку буквально на 20 минут при температуре 200 градусов. Наша свинина с грибочками под сливочным соусом готова. Украшаем зеленью и можно подавать. Обязательно пробуйте готовить по этому рецепту. Получается действительно очень вкусное и ароматное блюдо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. Ну а я желаю вам приятного аппетита!